Всем привет! И у нас на фоне пингвины. Сегодня меня заставили сидеть на коленях, а все потому, что к нам пришла сумка с Гербеста. Вот такая вот офигительная подрамная сумка на 8 литров. Вырос горб от полторашки в рюкзаке. Спина покрылась язвами, а вещи возить в чем-то нужно? Ваш выход – сумка Rockbros подрамная. Сделаем скидку на мою необразованность. Весь смак этой сумки в том, что эта сумка села на мой велосипед просто идеально. Такое ощущение, что китайцы шили эту сумку специально для моего велосипеда. Эта сумка на 8 литров, есть сумка еще на 5 литров, но на 5 или сколько там литров, мне кажется, это слишком маленький объем, потому что, ну, такой как бы аппендикс будет не очень смотреться на этом велосипеде. За 4 года катания случился такой один случай, когда мой аккумулятор залился водой из рюкзака. Я понял, что съемочной аппаратуре не место в рюкзаке. И мне нужна отдельная сумка, которая будет чисто под мои съемочные вещи. С этой сумкой все как обычно у Rockbros. Это водонепроницаемость материала, герметичность всяких молний и швов, светоотражающие элементы, крутой объем и просто хороший внешний вид. Крутой объем, аж целых 8 литров. Ну, 8 литров это, кстати, круто. Есть такие же абсолютно сумки, только от премиум брендов, которые стоят в десятки раз больше. Например, такого же объема, я смотрел, сумка стоит 8 или 9 тысяч рублей, в отличие от этой, которая стоит двушку. Три главные лямки, которые крепятся к верхней трубе, они, кстати, довольно широкие, но они могут показаться вам короткими, если у вас верхняя труба довольно широкая. В комплекте с этой сумкой шли три лямки, которые я использую. Использую только две штуки. Они на самом деле очень длинные, и у кого тонкая подседельная труба, может оплошаться, они будут слишком длинными для вас, вы не сможете закрепить. Боковины сумки усилены пластиковыми вставками. Если вы захотите засыпать туда что-нибудь сыпучее, то она сохранит свою форму. Изначально я опасался, что сумка будет сделана по-китайски, и у нее будут торчать нитки. Но как она пришла, я был удивлен тем, что она сделана на совесть. Все швы были загерметизированы, нитки не торчали, и материал очень приятный на ощупь. Размеры 8-литровой версии такие. Верхняя часть примерно 40, нижняя тоже примерно 40, клюв сумки 9 сантиметров, а задняя часть 19. И что в итоге я могу сказать? Эта сумка прекрасная замена вашему огромному рюкзаку, который будет вам просто невыносимым мучением. Сумка пришла быстро, так что не переживайте, 7 дней она ваша. Будете пользоваться вот такой модной и стильной сумкой. Кстати, ребятки, вот, например, если вы захотите засыпать туда риса, и все-таки она будет топорщиться, то к вашему же спасению здесь есть вот такая лямка, ну, правда, ее не видно, которая сдерживает две стороны этой сумки. Если подытожить, то сумка просто замечательная, всем советую. Если хотите заказать, ссылки в описании. 8 литров. 2500 рублей, переплаты за бренд никакой, заказывайте. Всем пока. Чё, блядь?